Итак, друзья, распаковка мультиварки. Прошу, Анна. Может, еще. Давай, не спеши. Аккуратно все. Купили мультиварку в магазине. И теперь распаковываем, посмотрим, что есть в комплекте. Давай. Угу. Что не открывается? Ты вот так поставь сначала. Ставь вот так. Так. Снимай верхнюю часть. Дальше. Целлофан. Вытащи его. Все, внутри больше ничего нет. А больше ничего нету? Нету. Ну вот это и есть. Все, что есть. Может, внутри? Не знаю, что там внутри. Давай, открывай, посмотрим. Там провод должен быть, шнур. Его родной. Сейчас будем разбираться в том. А вот кнопка. Сейчас мы будем. Сейчас мы посмотрим. Вот что-то тут есть. Блин, что-то здесь есть, правда. Вот это не знаю, что это такое. О, ложечки для него еще есть. А, вот ложки, которые мешают. А тут можно уже пасту вот так вот сварить. Ага. Не знаю, не знаю. Давай. Значит, здесь заливается водичка. Она 4-литровая, да? Да. Вот здесь написано, сколько литров. Видно? 4 литра. Ага. И вот такая вот ложечка. И вот такая. Ложки пластмассовые. А вот это что? Интересно. Это, наверное, для макаронов так вот ставишь. Чтобы макароны варить? Да. И вот тут не, такие. Это, скорее всего, чтобы сюда слить воду. Если ты варишь макароны, да, сливать сюда макароны, чтобы вода стекла, да? Да. И вот такая потом... вот еще банка. Такая вот... А это для чего? Ну, для воды, наверное, я не знаю. Для какой воды? Что с ней? Ну, что воду сюда? Не знаю. В общем, и друзья, вот такие вот ложки. Если кто-то знает, что и нужно ложки сделать, как пользоваться этой мультиваркой, пишите в комментариях, будем вот рады. А, там еще инструкция, мы сейчас почитаем тоже. Ну, в общем, посмотрим. Завтра мы что-то там сварим, да, наверное. Вот такая мультиварка мы купили. Можно что-то нажимать, что ли? Ну, пока не знаю. Сейчас будем инструкцию читать и там разберемся. Ну все. Пока-пока.